чтобы она не мешала. Вот, пусть так будет. Так, ну и самое первое, что я тут вижу, это ты, наверное, помнишь, когда я заказал эти вот самодельные японские конфеты. Вот там была вот такая штука, то есть это просто желе такое получается. Желе с разными вкусами, оно смешивается и получается желе с разными вкусами. Ну, вот такую штуку я уже... Самое интересное, что вот это у меня уже было. И помнишь ту посылку Kawaii Box? Вот там тоже были наклейки, которые у меня уже были. Вот так вот. Так, следующее. Кажется, что там скелет внутри разобранный по частям лежит. Он, скорее всего, какой-нибудь съедобный. 69 килокалорий. Скорее всего, да, это какие-то конфеты. Конфеты в виде скелета. Прикольно. Это вот так вот его собрать, и потом можно есть скелет. Круть. Так. А следующее, что у нас тут еще? Это лотте, это печеньки. Ой, а я такие, по-моему, где-то в Таиланде покупал, если не ошибаюсь, это печеньки с начинкой. И они вот, опять же, вот здесь вот мишка этот, куала, сидит с тыквой, то есть это тоже все продолжение тематики. Связанное с Хэллоуином. Так, следующее. Trick or treat. Happy. Ага, понятно. Здесь тоже, на самом деле, непонятно, что это. Это надо пробовать. И еще у нас что тут осталось? Еще осталось... Осталось тоже непонятно, что...
эта жвачка, она меняет цвет. Дальше мы рукава Witch Mystery Gum, The Witch's Brew, Mystery Flavor. Can you guess what will come next? By combining all five flavors, the taste disappears. Вот здесь вот тоже что-то, короче, комбинировать вкусы. И, типа, если все смешать, то что-то измененного вкус пропадет. Костей.